Прозрачным инеем от
Коріння згасло. І не перерветься зв'язок землею з пам'яттю родин. Тобі мені бажання обізветься, як поведеш ти світ на лечі хвилин. Мені ти наче воду наверху, ніколи не покинеш на шляху. Хоч знову розлучатися нелегко, твій рідний дім на ненчому даху. Обидві ми мандруємо серед світу, але, на жаль, немає ніякого серця. Тому ти мені, думатиме, стрілити, дивись плечами до мого лиця. Декабрь приближає Новий год. Закуплені свічі, відправлена почта і прочий груз минутних забот поверхов означен пометкою срочно. По списку звонков рекордный счет. Блокнот пересмотрен не дважды, а трижды. В бюджете семьи вновь переучет. Стремимся отметить не так, что как лишь бы. Такого нет летом, не потом. Подумай, дом. Подарки друзьям перевязаны лентой. Забыть нельзя об этом и том, простить и проститься, вернуть комплименты, а также важно украсить дом, лицо и прическу, добавить костюм, успеть с роднёй побыть за столом, подняв свой бокал новогоднюю бумбу. А если еще и белый снег подарит последнего дня непогода, тогда усталый, но добрый смех родится от крика вокруг. Позвольте автору этих строк поздравить и вас с начинанием года. Пусть день приносит немалый урок, пусть рядом живет вдохновенное слово. Фортепианное дуэта Борис Аклекс, Карлос Гуаставино, романса.